И вот так несколько часов ежедневно, 6 дней в неделю. Химчанка Екатерина Винникова, мастер спорта международного класса по тайскому боксу, последние 7 лет проводит в спортзале. Оттачивает удары, тренирует скорость и выносливость. Сейчас этот вид единоборства – главное занятие в жизни девушки. И она помнит тот момент, когда впервые попала на тренировку. Приобщила к спорту ее сестра-близнец. Когда первый раз я увидела, как, ну, мою сестру первый раз я увидела, как они занимались, вот, я вообще ничего не понимала, это не было понятия, непонятно, что они там бьют, вообще, в общем, но когда она била по лапам, мне очень понравилось, потому что это было очень мощно, сильно, я удивлена была, как она может так сильно бить. Теперь, спустя годы, сильно бить для девушки вовсе не проблема. Но здесь важна не только сила. От других видов единоборств тайский бокс отличается тем, что задействованы колени и локти. Это делает спорт более опасным и трудозатратным, в отличие от классического бокса и кикбоксинга. Но пока девушка справляется с этим. Екатерина – пятикратная чемпионка России, призер международных турниров. Совсем недавно она вернулась с чемпионата Европы, который проходил в Минске. Сборная России стала лучшей в общекомандном зачете. А Екатерина завоевала бронзу. Тайский бокс – это один из самых зрелищных видов спорта. Чтобы достигнуть в нем успеха, нужно очень долго и упорно тренироваться. Тем не менее, я осмелюсь повторить хотя бы один удар из этого вида спорта. Екатерина, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы попробуем исполнить один из самых сложных, опасных и красивых ударов – локоть с разворота. Нужно, чтобы вы встали напротив меня, подняли руки к лицу, так мы держим защиту. Да. Своей левой ногой шагаем в правую сторону и правым локтем бьем сюда. Попробуем. Не знаю, насколько это было красиво, но я лично определенно получила удовольствие. Но чтобы научиться правильно бить, нужно потратить гораздо больше времени. Например, Варя ходит тренироваться к Екатерине почти год. Начинающая спортсменка с удовольствием слушает наставления старшего товарища. Ты мне бьешь под руку колено. Давай, ручки на защиту поднимаем. Ждешь мой удар. Давай. Да. Тренировать тяжело, вот особенно группу. Я уже тренировала группу и сестру заменяла. Тяжело в плане эмоций, потому что на них отдаешь все свои эмоции. Хочется, чтобы вот они научились. Иногда, когда сам тренируешься, ну, во-первых, мы уже более опытные, там понимаем, в чем дело, что от нас хотят. Сейчас девушка готовится к турниру по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу, который пройдет в Подольске. Через 2 недели Екатерина встретится на ринге с другой девушкой из Санкт-Петербурга, чтобы показать очередной красивый бой. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, служба новостей.